патриотическая, добровольческая и творческая. Такие темы палаточного лагеря подготовили организаторы в этом году. В программе соревнования, игры, мастер-классы и командная работа над проектами. Все 5 дней ребята будут жить в палатках на территории нового аэропорта. Проживание, душ, пятиразовое питание – все абсолютно бесплатно. Главным условием участия в лагере являются прививка от клещевого энцефалита и медицинская справка. Прием документов продлится до конца июля в Центре молодежных инициатив. Сама смена стартует 13 августа.